Дети бесятся с папочкой. Этот парк рядом с нашим домом. Вот такая тут красота. Это какая-то церквушечка, вроде Сережа сказал. Сзади лес прям дикий какой-то. Здесь такое как поле. Огромные деревья, куча вот таких вот лавочек и столиков. Внизу там место для барбекю, для шашлыков. Дальше там детская площадка. Короче, куча всего интересного и хорошего. А дом наш вот с той стороны, как выйти с парка, сразу направо и наш дом. Вот как бы за вот теми деревьями.